Сегодня глава областной администрации Ербол Карашукеев и командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучикбаев побывали на полигоне «Мунке», что в Меркенском районе, где ознакомились с ходом практических занятий с военнообязанными. Участие в мероприятии также приняли руководство областных департаментов КНБ, полиции, агентства по противодействию коррупции и прокуратуры. Участники сборов из числа военнообязанных граждан Жамбылской области продемонстрировали учебно-боевые навыки, приобретенные за период сборов. Всего в сборах приняли участие 79 военнообязанных, зарегистрированных в территориальных подразделениях обороны Меркенского района. В течение 8 дней они проходили занятия по военной подготовке и обменивались опытом в специальных тактических учениях по охране и защите объектов, переданных подразделениям территориальной обороны, по организации борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Далее глава региона осмотрел ряд объектов на полигоне, также ознакомился с военной техникой и ходом учений. Лучшие участники военных сборов были награждены благодарственными письмами акима области. Рысбек Даурен Бекетұлы. Воинские части и подразделения территориальной обороны являются составной частью вооруженных сил страны и предназначены для выполнения соответствующих задач в интересах административно-территориальных единиц. Наша армия должна быть готова к любым вызовам и угрозам. А для этого важно уделять постоянное внимание повышению боевой готовности. Выражаю благодарность участникам сборов за добросовестное выполнение возложенных на них задач. Желаю вам дальнейших успехов и благополучия вашим семьям. Пусть сохраняется спокойствие в стране. Пусть крепнет суверенитет Казахстана. Аналогичные сборы были организованы и проведены на хорошем уровне в апреле и августе текущего года в Жолынском и Курдайском районах. Ильдар Гизатуллин, Руслан Сандыбаев, Айкын Акпарат.